Итак, после очищения ушедшим врачам. Они уходят в жизнь, даря другим. Все без остатка, сила не жалея, а сами с недугом не справились они. И вот теперь все на стене аллей, а сколько их ушло в тот мир иной, терпели до последнего момента, не убежали от инфекции такой. Им благодарность всем врачам за это. Такие молодые, им бы жить еще. В неравной схватке с вирусом боролись. На гибель верную их обрекло. Нисколько о себе не беспокоясь, им всем спасибо скажем мы, друзья. Вечная память светла будет всегда. Мы им все благодарны, кто вылечил тогда и жизнь свою отдали все не зря. Они ушли с достоинством как надо, не пожалели даже и себя. Они давали клятву Гиппократа. Пусть будет пухом русская земля. Спасибо им за все, что они сделали и еще сделают. Друзья, я хочу сказать одно. Это не шутка, что сейчас происходит в мире. Это коварная, очень коварная инфекция, которую надо остерегаться везде и повсюду. Я прошу, друзья, вот наглядный вам пример. Эти врачи все погибли. Вы зайдите, пожалуйста, на канал Ольги Полик и посмотрите, что на Малой Садовой установлена такая стена из множества фотографий, где врачи, не щадя себя, отдали свою жизнь. И там вот располагается этот небольшой мемориал.